благословенной пятницей! Как же бесценна роль праведной женщины! Когда она дочь, она открывает дверь в рай для ее отца. Когда она жена, она завершает половину веры ее мужа. Когда она мать, рай лежит под ее ногами. Всевышний одарил женщин огромным благословением. Они – дочери, из-за которых отцы обретают рай. Они – жены, хранительницы очага и уюта. Они – матери, которым дети должны относиться наилучшим образом. Женщины – любимые и прекрасные создания Творца, которые Он нам, мужчинам, предписал защищать, беречь и любить. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, говорил: «Этот мир дается вам во временное пользование, а лучшим из него, что можно получить в пользование в этом мире, является праведная жена. Тому, кто воспитывает дочерей и будет по-доброму относиться к ним, они станут защитницами его от пламени адского». Передается, что однажды Муавия ибн Джахима ас-Сулями пришел к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Всевышнего. И он сказал: «О посланник Аллаха, я желаю выйти в поход и пришел посоветоваться с тобой». Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, спросил: «У тебя есть мать?» Он ответил: «Да». Тогда посланник Всевышнего, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Заботься о ней, поистине рай под ее ногами». Как-то пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, увидел ехавших на верблюдах женщин. Погонщик так быстро гнал верблюдов, что такая езда причиняла женщинам большие неудобства. Тогда посланник, мир ему и благословение Всевышнего, сказал ему: «Ты везешь хрустальные шкатулки, будь же с ними поосторожнее». «Да поможет нам Всевышний быть достойными сынами, мужьями и отцами, мира всем, богатства и полноты веры, семейного счастья и благополучия». Московский исламский колледж теологии и права объявляет о наборе учащихся на новый учебный год в медресе. С нами обучаться – одно удовольствие, ведь есть возможность выбрать форму получения знаний, которая подойдет именно тебе. Специально для всех наших студентов организовываются познавательные тематические лекции, молодежные вечера, конкурсы и праздничные мероприятия. В течение курса обучения вы познаете всю прелесть арабско-мусульманского мира и даже станете его частью. Информацию о подаче документов для поступления можно уточнить на нашем официальном сайте www.migtip.ru.